Можно бить. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. 1-0. Сейчас будет веселее. Гол. Отлично пробил. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Удар с 11 метров и гол. На табло 3-0. Это разгром. Мимо. Нет гола с пенальти. Ух, какой неприятный момент для бьющего. Он просто взял и не попал. Есть у него место для движения. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. 4-0. Ну, это разгром. Удар нужен. И может тут быть опасно. Мяч в воротах оказывается. Счет до неприличного крупный. Нужно забивать. И что это? Гол! Счет стал совсем неплохим.